how close was that in the first round? Как было близко к тому, чтобы вообще уйти? Did you feel like it was close that Gary Hadley might have stepped in and shut it down? Что могут остановить бой? Ты чувствовал это? Я не понял ничего, я ж не увидел удара. Я во время боя задумывался. И не увидел удара. И когда я стал вставать, там вот были мысли, что я пропустил удар, что могут остановить, и надо... Надо поскорее встать и завязаться. That's it. So when he was landing punches on the ground, когда он присылал тебе удары, когда ты был на земле, you had no idea that. Ты не понимал. Maybe it could be stopped soon. I mean, что могут сейчас остановить, могут не остановить. У меня были мысли, да, что могут, что надо быстрее подняться. I thought about that. Yes, they can stop it, so I should get up as soon as possible. How hurt were you? Коротко, я нас, не... Насколько сильно тебе попали? Вот, насколько вот, плохо тебе было? Как тебе больно было там? Сильно? Вот, как... Мне не было больно. I have no pain. Я не увидел удар, меня на долю секунды, видать, отключило. So for a couple of seconds, I just switch off. Я ничего не понял просто. I don't understand anything in this moment. Just switch off for a split second. And after that, I understand that I'm on the ground. Я хорошо себя чувствовал во время боя. В принципе, я все видел до этого, да, до этого момента, пока я не задумался. But I start to think about something. Я не устал, я не задышал, я был готов долго драться. I was not breathing deep and hard. Но вот это вот. I was okay. I was completely okay. I think about something, and then bam, and I'm on the ground. Once you were back up, could you feel something go out from him, like, okay, like now I can take over? А когда ты перевернулся, ты понял, что, ну, вот сейчас-то я могу взять верх? Когда перевернулся? Ну, когда ты встал? Когда я встал, я, да, я, в принципе, я начал в первом раунде дистанцию прощупал, в принципе, посмотрел все, что он делает. On the first round, when I get up, I start feel the distance, and I start understand what's happening in this fight. Я был быстрее, я все видел. I was faster, I saw everything. Но вот этот момент, когда я задумался, я зевнул. At this moment, when I think about something, просто. It's just simple. Bam. That's it. Did you expect Gerald Harris to have so much one punch power? Ты ожидал, что твоего соперника такой сильный одиночный удар? Я думал, да, что он сильно бьет, но дело тут было не в силе удара. Я просто не увидел, не увидел удара. Если бы я удар видел, я бы, ну, не было такого удара. Я его не видел. I just catch this punch and that's it. You called out Gegard Mousasi. Ты вызвал Герарда Мусаси. How do you see yourself matching up with him? А как ты видишь бой с ним, с Мусаси? Я хочу попробовать свои силы. А как ты его видишь? I want to try myself with Gegard. С Герардом это может быть первый раунд, может быть пять раундов. It can be one round or five rounds fight. Очень сильно борется, he's бьет. Very good wrestler. Также я могу попасть и, в принципе, и задушить могу. The same way I can wrestle also and I can choke him. Это будет очень напряженный бой, я думаю, интересный должен быть. It will be a very nervous and interesting fight for everybody. Does he consider the Gegard fight to be potentially the biggest of his career? Потенциально Гегард это твой самый большой бой, который у тебя пока был в карьере. Is it the most important? И очень важный. Да. Ты согласен? Да. Yes, he agree. Да. You agree?